штраф, одна долька. Потом какие могут быть штрафы. И будьте добры, мы хотели бы сказать, кусочек спожи. За нарушение трудового законодательства и о преимуществе нелегального оформления трудовых отношений. Также у нас в этом торговом центре сегодня должны пройти 4 проверки по 4 объектам хозяйствования по вопросу оформления трудовых отношений. Сегодняшнее число 14:40.